Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Спасибо, что вы с нами на «Влиянии». Проходя этот период пасхальных великих праздников, поздравляю снова и снова наши дорогие друзья, наши партнеры, каждый, кто встречается с нами сегодня. Желаем снова и снова обильных Божьих благословений. Пусть ничто и никто не омрачит той радости, которую мы имеем в нашем Господе Иисусе Христе. Я рад предоставить снова пастора церкви Сион в городе Сакраменто, Петр Пасечник. Приветствую, пастор. Приветствую вас. Христос воскрес. Воистину воскрес. И приветствую всех, кто нас видит сейчас. Приветствую всех вас, друзья, и поздравляю с этим великим, важным событием в мире, с воскресением Иисуса Христа. И эта радость, эта неудержимая радость, она принесла радость и в то время многим людям, миллионам людей, и сегодня также и нас это радует, что Христос одержал победу над смертью. Своей победой над смертью Он расторгнул узы смертной тени и дает нам право и возможность сегодня тоже торжествовать, ликовать в этом. Я желаю всем вам, пусть эта радость наполняет ваши сердца и сопровождает также всю вашу дальнейшую жизнь. Вот это сезон года, как мы говорим, пасхальный. Мы можем говорить о воскресении Иисуса Христа, то, что мы и делаем в наших церквах, в наших проповедях, в наших беседах. Мы не, как евангельские христиане, мы не ограничиваем себя привязкой к, ну, к какой-то определенной дате. Но то, что Бог оставил для нас, Писание оставило для нас, помнить этот день, праздновать этот день, и оно тянется с далекой древности. И мы делаем это, друзья, поэтому в течение этого всего целого месяца. Апрель мы можем смело говорить о воскресении. И даже в июне мы можем говорить, поздравлять друг друга, Христос воскрес, потому что Он живой. То есть я в воскресенье как-то говорил у себя, что Христос более жив, чем я жив. Он более жив, чем я жив. Вот как бы это ни звучало, ну, то есть настолько мы верим Его Слову. Верим Его обетованиям, верим Его сущность. Поэтому, пастор Петр, мы снова будем говорить сегодня с вами, потому что у вас были проповеди в воскресенье в вашей церкви относительно этого яркого, такого торжественного, радостного для всех нас праздника Пасхи. Давайте мы войдем прямо в тему. И все, что Господь говорит вам на сердце, говорите. Да, я скажу, начиная с той мысли, что вы говорили, что каждый день, да, каждый день мы должны вспоминать. И для того, чтобы мы убедились, что каждый день, я скажу то, что в Новом Завете более 300 раз упоминается о воскресении Христа. А это значит на каждый день. Каждый день. Да, так что это действительно заставляет нас. И мы переживаем эту радость, мы ее имеем в себе, мы распространяем с условием, если тот же Христос, который воскрес там, в той могиле, если мы пережили второй этот праздник, если Он воскрес в нашем сердце, и потому я желаю, чтобы Он оставался воскресшим в нашем сердце, и в ком Он еще не воскрес, желаю, чтобы в эти праздничные воскресные дни, пасхальные, чтобы Он воскрес, чтобы праздновали двойной этот праздник. Это важно, переживать его, иметь. И когда мы переживаем этот праздник его воскресение, оно имеет огромное влияние. И даже размышляя над этим, как оно влияет, я вспоминаю стих, который записан в Евангелии Луки, 24 глава, стих 36. Когда Христос явился к ученикам и стал посреди них, и сказал им два слова – которые сегодня так нужны и в эти пасхальные дни, и все остальные дни. И Он сказал два слова «Мир вам». Какой огромный смысл в этих словах. Но первое, что это были слова подтверждения. Это было подтверждено, что Он живой. И явился, сказал «Мир вам». Они даже не думали. Дальше, читая следующие слова, там говорится, они вначале испугались, подумали, что это какой-то призрак, что-то такое. Как так могло быть? Двери закрыты, и все. И тут вдруг Он посреди стоит и говорит «Мир вам». Воскресший Христос имел тогда, имеет и сегодня огромное влияние. И в этом сегодня нуждаются люди, и в этом также мире. И вот я размышлял над этим и думал, по справедливости, по человеческим рассуждениям, ну, казалось бы, одержал победу, прошел это. А где было понимание?
Какая была поддержка со стороны учеников? Разбежались, отреклись, кто как. Но он появляется посреди них. Это показало, подтвердило, что он все-таки любящий Бог. Он не исполнен был ненависти, возмездия. Я вам покажу, вы оставили меня одного, не поддержали, вы не подали свой голос. Нет, он этого не сделал. Он все это покрыл любовью и пришел к тем, которые в страхе, тем, которые в переживаниях. Потом эти двери были закрыты. И это очень важная мысль, чтобы мы тоже сегодня помнили. Когда мы в переживаниях, Америка в переживаниях, даже, скажем прямо так, переживают многие, а не начнется ли Третья мировая война? Украина в переживаниях еще больших, потому что там уже идут сражения, кто-то погибает, кто-то раненый, теряют близких, родных, слезы, плач, горе. Какое переживание? Им тоже нужен мир. И вот эта мысль, что Христос пришел туда, где слезы, где переживания, Он явился воскресший. Сегодня тот же воскресший Христос, Он так нужен всем. Он нужен Украине, Он нужен Америке и всем остальным. Пастор Петр, то, о чем вы говорили, это сильно было сказано. Потому что, скажу так, что только для той категории христиан, для которых Господь знаком лично и близко, те, которые знают Его как Господа и Спасителя, вот такая категория, как мы с вами, евангельские христиане мы называем. Евангельские христиане. Для нас этот библейский, этот божественный мир, подлинный мир, о чем Христос говорил, мир вам, для нас он такое состояние, оно знакомо. Оно знакомо даже внутри, даже среди этих, как вы говорили, не просто военных слухов, а военных действий, боевых действий. Даже там, где война, там, где смерть, там, где вражда, там, где ненависть по отношению противодействующих сторон, вот есть категория людей по всему лицу земли. Потому что такая ярко выражена война сегодня идет в Украине. Но всевозможные военные действия, они не прекращались. Я, кстати, читал статистику, что за свыше 6 тысяч, вот вдумаемся, свыше 6 тысяч лет со дня творения человека, друзья, вдумайтесь, только 200 лет было отсутствие войн. 200 лет человечество жило без войны. А все остальное время постоянно войны. Вот что грех сделал, как мы говорим, первоначальный. Так вот, вот эта категория людей, евангельских христиан, как мы говорим, угу. не христиане по номиналу, не христиане по букве или по названию, но настоящие христиане, они понимают, они могут иметь этот мир, когда болит, когда скорбит, когда потеря родных или близких. Когда так аж как, ну как, так не в моготу иметь этот божественный мир, но все-таки мы можем его иметь. И Дух Святой нам помогает в этом, пастор Петр. Да. Да. То, что вы говорите, то я скажу, да, конечно, Бог имеет свой план. Для этого Христос пришел, для этого пострадал, для этого Он воскрес. Это осуществление Божьего плана. Божий план для всех людей – мир, согласие, понимание, атмосфера божественная, что была. Но, к сожалению, люди изменяют божественный план на человеческие прогрессы, человеческие планы свои, и потому так и происходит. Как вы сказали, что из всего времени только 200 лет было более спокойного и мирного времени. Потому что человек мешался, человек изменяет, отменяет божественный план. Вот то же самое было и там, в Гефсимании. Это было восстание против Бога, против Христа. Это бунт против Бога. Тот план, который имел Бог и в лице Христа уже, чтобы как-то остановить это, поменять, дать возможность, дать шанс. И все равно дьявол напрягал все свои силы.
Но слава Господу, что дьявол не смог удержать, и Христос одержал победу. Но та мысль, там дальше, вот из того, если взять и размышляя над этим словом, что мы сказали, Христос сказал «мир вам», Он желает всем. Он желает этого мира и верующим, и неверующим. Но как происходит влияние этого голоса? Я вот так размышлял над этим. Когда Христос сказал «мир вам», что это? Это следующая мысль такова. Звучит голос воскресшего Христа. Кто его слышал в первую очередь? Его слышали те, которые были собраны там. Когда мы читаем вот этой главе 24, что я сказал, 36 стих, а выше чуть, то есть он пришел туда, когда они там были собраны. И выше стихи, говоря с 30, 31, туда ниже, говорят о том, что они размышляли об Иисусе Христе, размышляли об этом всем, что произошло. Потому что их уже известили, уже пришла Мария, Магдалина, вторая, уже говорили, они уже узнали, но еще не встречались. И вот они размышляют. И к таким, которые собрались, которые размышляют, пришел воскресший Христос и издает свой голос. То есть Он произносит свой голос. Кто слышит? Во-первых, те, которые собраны во имя Его, которые собраны, отдают, так сказать, какую-то со своей стороны часть долга, понимания, смирения, поклонения Ему, Он говорит к ним. Но дальше этот голос распространяется. Он имеет ту мысль, что я сказал, влияние. Воскресший Христос – это неудержимая радость. Он так повлиял на тех же, когда Он сказал им «мир вам», что они после этого уже выходят, и они уже не как зайцы, они уже не боятся. Уже даже того, когда угрожала смерть, ты будешь казнен, ты будешь распят, ты будешь перепилен потом пилой по-разному. Они не останавливались. Почему? Потому что они пережили именно влияние воскресшего Христа. И потому сегодня всем, друзья, кто нас слышит, я желаю всем, чтобы каждое сердце было исполнено именно этой радости воскресшего Христа, чтобы переживали то влияние воскресшего Христа, как Он тогда влиял на тех людей, на тех апостолов. Он и сегодня так же влияет, Он и сегодня хочет так влиять. Но, опять же, мысль, вопрос возникает. А как сегодня мы? Мы слышим голос воскресшего Христа, когда Он к нам говорит? Или настолько сегодня заняты, или другие голоса отвлекают? Сегодня вокруг тысячи голосов. Особенно через удобную систему, даже тот же YouTube. Да, хорошо, что мы имеем, да, иногда полезно пользоваться, но при всем этом очень много голосов, которые заглушают голос Божий. Поэтому желаю всем, чтобы были внимательными, чтобы распознавали голос Божий, чтобы слышали воскресшего Христа голос. И тогда будем реально все переживать то влияние Его, поддержку, в которой мы нуждаемся. В воскресшем Христе, в Его влиянии и в вопросе того же мира, в котором нуждались те ученики, они были в страхе, написано, потому дверь закрытая. Они нуждались в этом, чтобы успокоились их сердца. Он потому и пришел. Сегодня в этом мире успокоении нуждается Украина, нуждается Молдова, и та же Россия, и Белоруссия, и Америка, и все другие страны. Все нуждаются. Но для того, чтобы это переживать, всем нужен воскресший Христос. Нужно прислушаться к говорящему, который и сегодня силен влиять. Я желаю, чтобы все переживали это влияние, несмотря на обстановку. Видите, все зависит от состояния сердца человека. Индивидуально, личностное состояние сердца человека. Если, как вы верно подметили, в разноголосии, если в разноголосии, хор голосов различных, но если мое сердце, оно не настроено, как мы говорим, на божественную волну, как радиоприемник, крутишь, крутишь, сейчас такого нету, а мы же с вами, ну, да, из поколения, которые вот находили радиостанции такой, крутили и находили. Да. И если наш внутренний человек, он не настроен на волну, слышать его голос, мы по складу своего, возможно, ума, и второе, в меру нашего духовного, возможно, духовного состояния, мы
более склонны, мы более склонны вот терять этот фокус вот с этой книги, с того обетования, что Христос оставил, о чем вы говорите мир вам, с его слов утешения, ободрения, радости все-таки, что мы не одни во Вселенной, что Дух Святой в нас, Его Слово, которое ободряет, утешает, которое исцеляет нас. Мы по складу своего плотского ума и мировоззрения, мы более склонны к тому, что YouTube скажет, а что этот пророк проговорит, а что президент скажет России или Америки, или Украины. И мы с нетерпением ждем утра, то, о чем мне говорят очень многие украинцы, мы, говорит, с нетерпением ждем утра, чтобы выйти на интернет и посмотреть сегодня ночью, чья же взяла все-таки, отбросили неприятеля или не отбросили. То есть, ну, как патриоты, я частично, даже не частично, а в три четверти я могу понять, оно близко, оно болит, оно тревожит. И поэтому первое, что человек делает, это все-таки старается погрузиться в новости. А новости, к сожалению, глубокому великому прискорбию, хороших новостей, ох, как нету. Мы ждем с нетерпением, уже год ждем, а хороших новостей нету. И вот это состояние, находясь в этой бойне, вот этой мировой бойне, вот это состояние сердца, это все-таки состояние сердца, иметь божественный мир. Божественный мир. Я, по-моему, я говорил где-то уже в одной из программ на влияние, когда близнецы падали в Нью-Йорке свыше 20 лет назад, когда террористы пустили свои самолеты, и заживо сгорело несколько тысяч людей в небоскребах. И Билли Грейму задали вопрос, я как сейчас помню, это прошло уже свыше 20 лет, на то время он еще был живой, сейчас он упокоился в Господе, и задали вопрос. Билли, вот где был Бог, когда люди заживо горели на 60-м, на 70-м этажах. Где был Бог ваш? И он так сделал паузу и долго не думал. Потому что это по новостям было его, его ответ. Он говорит, Бог был в огне там с ними. С теми, которые верили ему, верят ему и знают его. Бог был с ними в огне. Я думаю, вот как вспомнил, как Сидрах, Месах и Авдинаго. Бог был с ними в огне. Так, верно. И в этой бойне мы знаем, что Бог с нами. Иметь этот божественный мир, ох, как нелегко. Потому что болит здесь, и болит здесь, и болит здесь, и мучает здесь. И здесь болит, возможно. И ноги болят, и встать не можешь с постели. А все-таки мир имеешь в сердце. Божественное. Это состояние духа. Да, да. Вы сказали это слово, что люди утром просыпаются, и вот этим словом мне напомнили тоже эту мысль, что да, оно так есть. Люди кидаются сразу к этому. Но при этом я скажу всем людям, человечеству во всем мире, и в этой стране, и во всех вокруг, нужно пережить духовный рестарт, я называю так, как компьютер, который может служить хорошо, аккуратно, работает. Но если там зашел вирус, ты не можешь управлять той мышкой уже, ты не можешь включить то, что ты хочешь. Выскакивает, мешает, потому что там вирус есть, и нужно сделать рестарт. Сегодня потому происходит в мире такой хаос. Человечеству нужно пережить духовный рестарт. Переключиться, наш ум, наш мозг, это как компьютер. То же самое. И если там есть этот вирус, потому и происходит многое не так, как бы хотелось и самому человеку. Но он не может уже ничего сделать, все. Он зависимый,
Он под тем влиянием. Но для того, чтобы не поддаться этому влиянию, а быть под влиянием воскресшего Христа, это же слово «утро», которое вы сказали, напоминает мне тоже момент утра, который записан в Евангелии от Марка, 16 глава, с 1 стиха. Когда Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходит к гробу при восходе солнца. Дальше все знают это событие. О чем это говорит? Они утречком поднялись, это показывает, они уже взяли то, что было приготовлено. Они приготовили. При восходе солнца. Они собрали те ароматы. Сегодня человечество несет Богу, несет Иисусу Христу ароматы или зловоние греховностей. Если посмотреть на все происходящее вокруг сегодня, сколько зловония греховного сегодня люди распространяют. Это оскорбляет Бога. Бог этого не желал. Бог так не создавал. Люди довели. А Бог хочет, чтобы несли ароматы. Эти женщины утром встали и пошли. Опять следующая мысль моя здесь. Утром это значит прежде всех других занятостей. Они тоже имели свои дома, о чем-то нуждались, там где-то что-то или варить, или убрать, или другая работа, что бы то ни было. Как в те времена, и животные какие-то, может быть, надо было кормить. Все оставили, и они ищут, они идут в поиске желанием встречу пережить с умершим Христом. Они же не думали, что Он там же живой. Они идут к умершему, они желали увидеть хотя бы умершего и отдать те ароматы. Сегодня мой совет, мое приглашение всем, кто нас слышит, друзья, прежде всех других занятостей, это значит, раньше всего мы должны также идти, бежать к Иисусу Христу, приносить Ему наши ароматы, ароматы нашей души, аромат нашей жизни, нашего сердца. Это дороже всего этот аромат. Поэтому я желаю, чтобы все тоже были задачены подобным желанием, как эти женщины. Они были направлены, к мертвому шли. Но следующая мысль. Когда Бог видел, что идут те женщины с желанием увидеть мертвого, какого они увидели? Живого. Они увидели живого. То есть то, когда мы чем-то горим желанием и добрым желанием, Бог увеличивает, изменяет, что они пережили не просто встречу с мертвым, они увидели живого уже, слыша живого Христа, воскресшего голос, они увидели ангелов, которые с ними разговаривали, то есть поддержка, подкрепление, утешение. Кому пришло? Кто получил? Те, которые шли, которые были направлены. Поэтому желаю всем, друзья, давайте, пока есть у нас ноги, которые нам дал Бог, Он дал эти ноги, чтобы они шли, чтобы они нас вели именно к воскресшему Христу, а не на греховные поступки. И если мы будем в таком направлении идти, держаться такого пути, если такая будет у нас цель, то Бог будет давать тоже нам даже больше. Они не надеялись, что увидят воскресшего. Они даже сказали, мы подумали, они так поняли, спрашивают, где же он, кто-то украл, куда положил, скажи. Они не узнали. Если мы будем идти к этой цели, то Бог будет нам открываться, мы будем переживать прозрение, наши глаза будут прозревать. Эти женщины поначалу тоже не узнали, хотя же были знакомы. Но когда он начал общаться с ними, по голосу уже узнали. Это значит, они прислушивались, вспоминали, узнали, что это он, и называют его уже дальше учитель, и так дальше все продлевается, этот диалог. Если мы будем общаться, мы будем прозревать, мы будем получать ту способность, тоже будет происходить влияние голоса Божьего, голоса воскресшего Христа в нашей жизни, и будет приносить нам радость. Те женщины, в каком они состоянии шли туда, к гробу? Печаль. Печали, в страхе, озадаченные. Я скажу и такое, может быть, это не все и знают о том, насколько был страх. Когда они шли туда, собравшись, приготовили, потратили время, силы, но они же знали, что там охрана. И там охрана была не два солдата, там было 60 воинов вооруженных. Что могли сделать те женщины? Они же были озадачены. Что будет дальше? Не остановились. Как будет та встреча с теми, с такой, так сказать, частью солдат вооруженных? Это не остановило, это не испугало. Друзья, пусть никого ничто не пугает.
Никогда не бойтесь никаких обстоятельств жизни. Будьте твердыми, как эти женщины, прямо всегда идти к Иисусу Христу, нести Ему свои ароматы своей жизни, и тогда Бог будет очищать дорогу. Эти женщины, они представляли перед собой дорогу сложную. Воины, камень привален и так дальше. Как решится вопрос? А дорога была открыта. То есть Бог позаботился. Это подтверждает, Бог заботится о тех, которые имеют такое желание, которые идут с такой целью. Я желаю всем держаться этой цели, и Бог будет очищать нашу дорогу. Бог будет убирать все преграды. Бог будет давать нам возможность, чтобы мы могли переживать реальное общение с нашим Иисусом Христом, и при том воскресшим уже, а не мертвым. Христос воскрес, друзья. У нас сегодня пасхальная программа с пастором Петром Пасечником, Церковь Сион. Пастор Петр, то есть я так понял, что необходимо, что имело место со стороны этих женщин, которые торопились к мертвому Христу, но с их стороны было много усилий приложено. Да. Много усилий. И, друзья, зачастую, а если по большому счету, так это всегда, даже Писание говорит, Царство Божие силой берется, и употребляющий усилия. То есть без этих необходимых усилий не получится. Да. Ничего. Да. И тем более в жизни христианина слишком много противодействий и противостояний. Конечно. Если бы Господь открыл нам духовные глаза, многим из вас, если бы вот нам такая была дана возможность. Некоторые имеют, некоторые, я слышу, не всем, но некоторые, у Господа есть особые сосуды, которые получают такие вот. Потому что Христос, кстати, это в своей жизни. Помните, когда Христос видел духовный мир точно так, как Он видел физический мир, материальный? Где подкрепление этим словам? Имею, когда Христос говорит, вот идет князь мира, а во мне не имеет ничего. Угу. Еще с библейной школы я помню, когда Христос применил это слово «вот идет князь», вот это слово «вот», это было это указание на конкретику, не что-то размытое. Вот кто-то там идет. То, что дьявол ходил по пятам вокруг Христа, это читающие Библию видят и без очков, видно. Он постоянно хотел вот до последнего, даже до креста. Да. Даже до креста хотел сбить с божественного плана спасения людей. И вот он не оставлял своих отчаянных попыток, дьявол, я говорю об этом. И когда Христос указал, вот идет, видно, так богословы говорят. Я, так сказать, склонен верить, когда он сказал, вот идет, Христос увидел его. То есть ему были даны как Сыну Божию, как Богу, дано видеть духовный мир. Он видел духовный мир. Это я к тому, что некоторым вот из наших современников даже, им дана такая, я встречал, вот смотрите, немногие из нас наяву видели ангелов. А я в церкви делился в это воскресенье. Бог дал мне возможность 51 год назад, в ночь получения духовного крещения, когда ребенку было, мне было очень мало, я реально увидел ангела. И я повторюсь то, что я говорил народу в воскресенье. Пастор Петр, я его видел так, как я вижу вот вас сейчас. А уже прошло 51 год. Оно вот здесь у меня. Настолько глубоко. Вы меня разбудите в любое время дня и ночи, уже 51 лет с тех пор. И я помню, то есть я помню, как он выглядел, я помню его блестящее одеяние. То есть некоторым Господь дает возможность проникнуть в таинственный, загадочный, такой духовный, но реальный мир,
который более реален, чем материальный мир и физический. Так вот, друзья, и то, что, имея вот этот божественный мир, чем является некая духовная величина, внутренняя величина, мы не можем его одеть в форму и сказать, божественный мир – это 2 плюс 2 будет 4. Нет, это нечто внутреннее, это нечто невидимое для посторонних глаз. То, что имеешь ты Духом Святым, который Дух Святой это ложит в сердце, это его работа, это его слово Божьего. И имея вот этот божественный мир, мы имеем возможность действительно в некой мере видеть этот духовный мир и служить нашему Господу, и не бояться стихии этого мира, и не бояться вот этих волнений, треволнений, как мы говорили чуть выше, даже с учетом того, что мы пока в теле. Вот это вот, оно бренное, это хижина, правда? Это глиняный сосуд. Да. На время в рент там данное. На время. Это сокровище в глиняном сосуде. Но вот это внутреннее сокровище, как Дух Святой, как Божественный мир, то есть это то, что понимаю, то, о чем я говорю, понимают только рожденные свыше. Пастор Петр. Только рожденные свыше понимают. Да. При этом скажу, что наше шествие к этой цели с признанием Бога, с признанием воскресшего Христа, на этом пути мы всегда встречаем и будем встречать трудности, сложности, преграды. Это показано тоже и в лице этих женщин, о которых мы говорили. Они встали, они шли. Впереди какие были преграды? Угрозы то, что военные. Во-вторых, там камень. Сегодня на нашем пути, на пути каждого человека, который принимает решение, все, я принимаю решение, буду идти к этой цели, к воскресшему Христу, буду идти этим путем. Но направляясь, мы обязательно встречаем камни. Эти женщины, они понимали впереди камень. Что этот камень символизировал? Он изолировал мертвых от живых. Христос был там положен, и камень привален. Мертвые отделены от живых. Но они хотели пережить, они хотели к Иисусу Христу. И вот этот камень – это граница, изоляция. И они озадачены были этим, что они бессильны, что же они сделают. И вот так, и при этом у них этот страх, что они же не смогут пытаться его столкнуть. Он огромный, тяжелый, потому что воины накажут их за это. Но Бог позаботился. И вот этот камень страха, который был в их сердце, это я так называю, что какие камни встречают люди, когда идут к этой цели? Во-первых, как эти женщины не встретили, на их пути камень страха. Воины не позволят, а там камень, и что же мы будем делать? Как мы все-таки проникнем внутрь? Вот так и мы в жизни, принимая решение идти к Богу, иногда люди сталкиваются с каким-то страхом. Влияние, камни страха. Но Бог позаботился, что даже те воины, они упали от страха сами уже. Что-то произошло. Нас же обвинят. Скажут, что мы отвалили камень, или мы кому-то позволили, кто-то нас подкупил, или что. Они были в страхе за это, что произошло. Это без их вмешательства. Бог отвалил тот камень. Если мы также будем держаться, несмотря ни на какие угрозы, то Бог эти камни страха будет удалять. Я желаю, пусть воскресший Христос влияет сегодня в каждое сердце, друзья, чтобы все камни страха, какие встречаете в жизни, чтобы воскресший Христос удалял, убирал. И не только камни страха. Их много встречается, но у нас не время, не позволит все. Но давайте вспомним и случай тоже с Фомой. Когда Христос пришел, те получают... А где же Фома был? Что же с ним было? Не верит, он заявляет. Он говорит, пока не вложу перста, я не поверю. Чем было его сердце привалено? Каким камнем? Неверие. Сколько на сегодняшний день миллиардов людей, которые соглашаются, что да, вроде был, вроде есть Бог, есть Христос,
но все же сердце привалено камнем неверия. Друзья, желаю, чтобы сегодня позволяли все Богу в Духе Святом, что Он проявлял свое влияние, чтобы все камни неверия от дверей наших сердец, чтобы Он удалял. И когда Он удалит, только после этого уже общение с воскресшим. Если так подумать, Христос мог выйти из пещеры, чтобы камень не отвалить? Конечно. Ответ, если он зашел в дом, и двери закрыты, конечно, он зашел. Конечно. Он мог выйти. Но почему, зачем надо было отвалить камень? Это знак, это символ. Он уже живой, он не мертвый. Это также сегодня напоминает и нам, как и тогда людям. Это доказательство. Он живой, он сегодня живой с нами, друзья. Поэтому доверяйтесь Ему, идите к Нему, позволяйте Ему. Пусть Он проявляет свое влияние, как воскресший Христос. Это будет приносить радость и счастье в жизни и новые успехи. Будет открывать новые горизонты для новых достижений, для славы Божьей и для счастья и спасения каждого. Какие еще могут быть камни? Камень отверженности может быть? Конечно. Конечно. Потому что они женщины, да, они думали. Ну да, да. И давайте вспомним так быстренько апостол Петр. Угу. Ну же знал, ну сколько имел он общения с Иисусом Христом. Угу. Он видел чудеса не один раз. Как Христос сделал, и участником был тех разных таких мероприятий. И вот вдруг в один момент заявляет присутствие всех, отрекается. Угу. Да я его не знаю. О чем вы говорите? Не знаком. Как незнаком, Петр? Что ты говоришь? Из твоих уст, который был рядом, что вырывается, Петр? Можно так подумать, какой фильтр там работал? Вау, это вообще жалко, печально. Отречение, полностью отречение. Какой камень отвержения, отречения. И вот так вот приходит. Из-за чего? Потому что камень страха привалил его сердце, а этого еще мало. Дальше падает следующий, уже отречение, все, уже отрекается, уже никогда и не знал. Это не перед, даже не перед Пилатом, а перед служанкой. Да, да. Даже и не вот... перед могучим воином, да, который занесенным над его головой мечом стоит, отрекись. Да. А какая-то женщина, да, служанка проходила. Да. Да. А почему это так происходит? Потому что действует камень, так называю, камень разочарования. Когда те ученики, давайте вспомним, когда шли с Иерусалима, шли в Эммаус. Им легче было идти в Эммаус, чем в Иерусалим. Потому что Эммаус – это был вниз от Иерусалима. Им легче идти вниз. В Иерусалиме они переживали общение с Иисусом. Служение видели, чудеса видели, слово Его слышали. Они из того места уходят. Сегодня очень много людей также ушли, уходят из того места, где имели общение с Богом. Ушел в наркотики, ушел в алкоголь, ушел в сексуальную зависимость. И так дальше. Уходят из того места, где общались. Уходят также, подобно. Но вот когда они шли, рядом с ними появляется Христос. Они его не узнали. Он воскресший, начинает с ними разговаривать. И когда они уже узнали его, когда уже открылись им глаза, когда воскресший Христос повлиял своей речью, своим действием, что они сделали? Я задаюсь так вот вопросом. Ну, ведь прошли расстояние, могли сказать, ну, мы отдохнем, а завтра посмотрим, ну, может, вернемся назад. Возвращаются. Они тут немедленно, сразу делают разворот на 180 градусов. Друзья, это всем пример для нас. Если даже где-то разочаровался, если сердце было придавлено камнем разочарования, не останавливайся, не откладывай на завтра. Эти ученики, апостолы не отложили, они тут же приняли решение, сразу разворот и назад. Это 15 километров надо было пешком. Да, и снова вверх, на подъем, снова не считаясь трудностью, идут назад к тому месту той радости и того дальше общения. Поэтому желаю всем также, если даже где-то было какое-то разочарование, может быть, церкви не так поступили, пастор, может быть, сказал, огорчились, что бы то ни было, никогда не спешите вывода, огорчения, не давайте места этим камням, но
прислушивайтесь к говорящему воскресшему Христу. Он любит вас, Он желает мира и счастья, Он желает каждого утешить и помочь каждому. Поэтому прислушивайтесь, позволяйте Ему проявлять Его влияние, и тогда будет легче обратно возвращаться в прежнее положение, чтобы слышать, чтобы видеть, переживать с Ним общение. Продолжайте, пастор Петр. Насчет камня у вас так здорово получается. Ну, я думаю, что также, если мы смотрим на эти ситуации, то мы можем также посмотреть на то, что к этому, так сказать, гробу, во-первых, камень печали. Угу. Да, то, что страх, то да, это разочарование. Ну, а камень печали то же самое, когда эти женщины идут по дороге, еще ничего не видят, они не знают, что там будет. Но они рассуждали. Угу. То есть вместо радости, а он уже воскрес, они же не знают. Да. Но они не переживают той радости, но в их сердце те мысли. У них в мозгу, так сказать, вот это вращение такого мышления. Что же это? Как? А почему? И те ученики, которые шли дорогой, тоже. Почему они об этом говорили? Печаль пришла. Мы думали, недопоняли. Угу. И вот так происходит. Потому что печаль закрыла, печаль помешала, камень печали. Но для того, чтобы мы переживали способность видеть, он же воскресший, а многие люди не видят. Почему? В чем проблема? Задам вопрос. Этот, потому что так говорят, что интеллигентные люди, они отвечают на вопрос вопросом. Позвольте задать вопрос. Христос сказал слово Лазарю. Лазарь, выйди вон. Глаза мертвого открылись, не так ли? Так, да. Мог Христос сказать слово, чтобы у того слепого рожденного глаза открылись? Конечно. У того слепого другого тоже. Сказал слово, открылись глаза. Почему надо было, чтобы Христос сказал, сделал брение, помазал глаза грязью? Зачем? Он мог сказать одно слово, и глаза бы открылись. Зачем нужна была грязь? Зачем помазать глаза грязью? Я думаю, что многие над этим вопросом не задумывались, те, которые даже нас сейчас слышат. Но я, опережая, скажу вам, друзья, и как ответ. Зачем надо было помазать грязью? Грязь мешала ему также, даже что бы то ни было, и здоровому человеку. Замазать глаза грязью, он не видит ничего вокруг себя. Когда он смыл ту грязь, у него дальше появилась возможность, он уже увидел Христа, он увидел окружающий мир, он видит эту радость все вокруг. Это символ был, это знак был для всех окружающих нам сегодня, что грязь этого мира закрывает глаза людям, чтобы они не видели славы Божьей, чтобы они не видели воскресшего Христа, чтобы они не видели чудес и дел Божьих. Потому что этот мир, эта грязь закрывает. И нам нужно от этого омываться. Это было как знак просто для всех. От этого мира, от этого земного, от этой земли надо переживать процесс вот этот. Освобождение от этой грязи. А для того, чтобы мы освободились, нужно тоже переживать. Вот то влияние, как я сказал. Влияние воскресшего Христа. То есть грех настолько ослепил умы и разум. Да. Даже Писание говорит, что делает человек грех с ненасытимостью. Бог придает превратному уму за то, что человек прозябает в этом грехе, первое, а второе, любит этот грех. Самое опасное, особенно для нас, христиане, когда мы любим этот грех, полюбился нам. Вот это состояние уже тревожное. Это самое тревожное и опасное состояние, когда мы не просто относимся к нему как-то поверхностно, а он тянет, грех влечет, он манит. Вот это уже катастрофа, это уже тревожный знак для христианина, что лучше остановиться. Так. А как остановиться? Для этого есть Слово Божие, для этого есть Церковь, для этого Бог поставил служителей. Признавайтесь друг при другом в проступках, чтобы исцелиться. У нас еще, прошу прощения, горло, это такое земное, проходящее. У нас минут 15 есть еще, пастор. Смотрите, насчет печали вы верно подметили.
наша проблема в наших печалях, а печали могут быть различного рода, различного даже оттенка печали в одной области, в другой печали, там потеря близкого, потом какие-то диагнозы получили, тоже печалится, сердце тревожится, а что же оно будет? То есть проблема с детьми. Вот в церквах, к сожалению, зачастую идет такое родительское обращение к пастырям. Молитесь за детей, молитесь. Горесть в сердцах. Горесть, да. Это камень горечи. Видите, видите. Это камень горечи. Вы сейчас остановитесь на этом? Да. Я бы хотел, чтобы вы более детально остановились. Угу. Так вот, друзья, не забывайте, что мы можем быть в субботе находиться. В субботе находиться. Не в воскресенье, а в субботе. Да, суббота – это Христос во гробе. Суббота – это печаль, разочарование. Это страхи, это опасности, как вы говорили. Угу. Но воскресенье приближается. То есть ты находишься в субботе, возможно, и я с тобой. Но воскресенье приближается для христианина. Угу. Это уже что-то. Дьявол может шептать тебе, что-то подбрасывать, как вы говорили, неверием там это, так сказать, терроризировать человека. Когда не сбылось ожидание. Да. Не сбылось то, чего ожидал человек. И но, приходит уже разочарование. Но воскресенье приближается. Угу. То есть нам важно не жить субботой. Вот в ваших печалях и в наших печалях, в наших скорбях, если эти скорби длиной в жизнь возможно, угу. в жизнь возможно, или полжизни, или 20-30 лет, нам важно не оставаться где? Не оставаться в субботе. Угу. Потому что для нас воскресенье – это отправная точка нашего вероисповедания. Не суббота. Друзья, духовные, вы понимаете, что я не говорю о субботниках сейчас и не о адвентистах седьмого дня. То есть я образно выражаю, что христианин может в своей жизни находиться в субботе вместо того, чтобы переместиться в воскресенье. Суббота, в каждой проходит свои субботы. Каждая семья проходит свои субботы. Каждый служитель проходит свою субботу. Но я имею хорошую новость сегодня. Воскресенье приближается. А воскресенье – это уже воскресший Христос. Да. А с этим воскресшим Христом там все для нас. Там и утешение, там и радость, там и исцеление, там и ободрение, да. там и восстановление, там все для нас. Поэтому во имя Господа Иисуса Христа мы просто благословляем вас. Не оставайтесь в субботе. Понимайте, что воскресенье приближается. Если даже не в этой жизни, вдруг мы не получим что-то в этой жизни, на что мы надеялись. Угу. Но наше воскресенье, то есть даже в покибытии, имея надежду, доверие Богу, упование на Бога, имея твердую, непоколебимую веру. Мы знаем, да, в этой жизни не получилось. Ну, сколько этой жизни? 20, 30, прибольше крест, 60, 80, ну, кто-то 100 там. Но воскресенье, наша не суббота. Пастор Петр, продолжайте. Да. 10 минут у вас. Ну, эти все мысли, что вы говорили, я вспомнил слова, которые записаны 21 стих, 24 главы Луки, ага. где те же двое учеников, когда ага. шли в Эммаус, говорили, а мы надеялись было... Угу. что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло, к сожалению. И так, что получилось, о чем это говорит, мы надеялись. То есть у них была своя надежда, у них была какая-то цель. Они в чем-то надеялись и на себя, но все оказалось не так. Все изменилось, надежды не исполнились.
Подобно же бывает также и в нашей жизни сегодня часто у людей. Люди чего-то ожидают, надеются. У кого-то, да, ребенок больной, или мама больная, или папа надеется. Бог исцелит, Бог что-то сделает. Почему? Или, как вы упоминали, в тех зданиях высотных тысячи людей погибли. Почему? Где был Бог тогда? Почему так? И вот так люди на что-то надеются и не ожидают того, что произошло. Но это не по причине того, что Бог бессилен или его не было. Бог был, Бог есть, Бог будет, Бог действовал и действует. Но проблема в том, что мы надеемся иногда на себя. Наши цели, наши ожидания, они как обгоняют те планы божественные, цели его. Поэтому мы должны при всем этом, даже нашем где-то недопонимании, какой-то неясности, мы не должны опережать своим выводом, своим заключением. Пройдет время, дать выдержку, даже если ты в чем-то огорчен, недопонимаешь, почему муж погиб. Были такие случаи у нас в церкви когда-то, это давно уже было, когда трак сам дернулся и задавил насмерть впереди стоящего водителя. Молодой. Я когда взялся с одним братом быстро его жену, позвонили нам, взяли жену его, поехали сразу туда же, к тому траку, на то место. Вопрос, конечно, у нее, у родственников, почему? И сами полицейские не могли понять, почему? Сел другой полицейский за руль того трака, попробовали опять же. Трак сорвался, аж полицейский перепугался сам. Сам трак сорвался. И люди задаются вопросом, почему? Вот так в жизни бывает. Мы иногда огорчены, что не сбылось, не исполнилось. Должно было быть так, вроде тихо, умеренно, все хорошо. Оно совсем иначе. Почему так? Бог имеет его планы. Он иногда допускает ту или иную ситуацию, которая имеет предназначение. Даже если тебе больно, даже если тебе тяжело, мы должны понять, мы должны это пройти. С какой целью? Давайте скажем, зачем надо было Христу проходить эту Голгофу? Зачем ему страдать? Зачем апостолам надо было умирать? Зачем им страдать? Для того, чтобы кто-то был спасен. Бог в лице Иисуса Христа, Сына, начал тот план спасения человечества в нем, потом продолжал в апостолах. Сегодня он хочет продолжать то же самое дело в тех, кто сегодня тоже будет верен ему, кто не будет придавлен этими разными камнями, даже если переживаем что-то, но мы должны твердо держаться. И это послужит и другим для спасения, даже если мы пострадаем, даже если человек умер, даже если те там тысячи погибли. Это был сильнейший сигнал для всех людей по всему миру. Что такое жизнь, для чего живем, куда мы уйдем потом. Это показало всем. Все, никто не успел никогда поменять уже свою жизнь, поменять свои планы. Все, чем жил, оно закончено. Это громкая проповедь была каждому человеку. Человек, подумай, вспомни, где ты есть, кто ты есть. Твоя жизнь как полет самолета. Есть начало, когда ты взлетел, но будет обязательно посадка. Самолет не будет вечно летать. Мы не будем вечно жить. Мы где-то приземлимся. А когда приземлимся, какой будет наш отчет? И так дальше. Поэтому мы должны во всех обстоятельствах доверять воскресшему Христу. Пусть Он управляет. И не позволять разочарованиям. Те ученики шли, не понимая. И они потому рассуждали. А мы-то думали, он придет, у них был план, цель, он избавит, он будет царем. Оказалось, совсем не так. Вот так мы иногда недопонимаем говорящего Бога, недопонимаем его дела, но мы должны позволять Богу, чтобы он управлял нашей жизнью. Писание говорит, что скрытое принадлежит нам, а открытое принадлежит Богу. Так. То, что он делает сегодня, нашим душевным или плотским разумом, это включая каждого из нас, мы не в состоянии постичь. По своей воле он действует. Знаете, Навуходоносор, помните, как сказал в книге Даниила? Очень интересно сказал. Мы бы приписали эти слова не Навуходоносору, а апостолу Павлу. Но их сказал Навуходоносор. Как бы это ни звучало. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и среди живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать, что ты делаешь. Да. На все есть воля Божия. И точно таким образом мы говорили за близнецы в Нью-Йорке. Угу. Точно таким образом, когда приходят такие тревожные новости, как на пути, на передовую в Украине, в
погибают благочестивая семья, и отец, и мать, и детки с ними. И они ж помогают. Да. И бомба попала прямо в эту машину. И мы разводим руками, и близкие, и родные. И церковь задается вопрос. Господи, да. Почему? Скрытое принадлежит нам, а открытое принадлежит Богу. Мы не знаем, почему. Да. Но мы знаем, что мы знаем, что мы знаем. Где был Бог в этой машине? Вот их родственники в нашей церкви. Ехал автомобиль. И жертвенная семья, и отец, и мама, и там несколько детей прямо попало. Где был Бог? Бог был с ними там. Да. Как бы это парадоксально ни звучало, как бы это ни злило сегодня, возможно, врагов Христа, так скажу, врагов Евангелия, но с ними был Бог. Вот там был Бог с ними. Бог с Украиной сегодня, я глубоко верю. Бог с этими воинами, защитниками, о которых молятся, церква молится, поддерживает. Господи, защити. И мы молимся всегда. Это в наших домах и многие семьи молятся, и вы молитесь. Господи, поставь защиту служителям, которые несут Твое Слово на передовой. Вот там, где такое вот творится, а они читают слово. Да. Мне попал фрагмент видео. Я это даже рассылку сделал. Когда тут пули свистят прямо на передовой под Бахмутом. И этот воин записал видео. Один там перезаряжает, а этот открыл Евангелие и 90-й псалом читает. Здесь раз пуля пролетела, потом гранаты, а он читает. Так трогательно, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит, Господу прибежище мое, и Бог мой, защита моя, на которого я уповаю. И он цитирует, а этот заряжает, прям это, заправляет автоматы, и кивает головой, а этот читает. То есть, думаю, вау, Господи, так кто защити. Кто на что надеется, а? Да. Говорю, Господи, защити, потому что это же цитируется Твое Слово. Да. То есть, эти служители, они просто несут это Слово. Да. Пастор Петр, мы помолимся сейчас. Да, помолимся. Я попрошу, чтобы вы совершили молитву. Действительно, помолимся. Сколько камней этих? Конечно. Да поможет Бог да всем поможет Господь. Жить в этой радости воскресшего Христа. И всегда помнить о том, что Христос пришел туда, к тем ученикам. Почему Он пришел? Потому что Он о них думал. Хотя они отказались, разбежались. Он пришел, потому что Он о них думал. Друзья, помните, Бог важен о каждом из нас, о вас, думает о каждом. Он каждому хочет прощения, каждому хочет спасения, каждому хочет мира желает. Поэтому давайте будем идти к Нему, и сейчас в молитве тоже придем к Нему. Подойдите, пожалуйста, сюда. Мы совершим молитву. Соединитесь вместе с нами, Господи Иисус. Отец наш Небесный, мы, дети Тебя. Твои, искуплены кровью Сына Твоего, в этот прекрасный Господь. День преклоняемся пред Тобою в молитве. Господь. Благодарим Тебя за Твой божественный план, что Ты его осуществляешь. И Ты нас также нашел, спас и оправдал. Благодарим Тебя, что дал нам эту возможность в эти дни вспоминать то величайшее событие, воскресение, победу над смертью Сына Твоего, когда Он одержал эту победу. Его победа – это наша победа также. Благодарим Тебя, Господи, слава Тебе. И молим, Господи, благослови каждого человека, где кто находится. Пусть радость воскресшего Христа наполняет каждого из них. Пусть приходит мир, Господи, Твой божественный в каждый дом. И в Украине, во всех других странах, Господи, Ты ищешь также тревоги, волнения, переживания. Но Ты тот Бог, который относится с пониманием, сочувствием, желаешь всем давать этот мир успокоения, Господи. Прошу Тебя, проявляй Твое влияние, Господи. Ты Господь. Сильный Бог. Пусть каждый Господь. Переживает на себе Во это. Иисус, да будешь Ты прославлен каждым из нас. Благослови эту команду, Господь, Господь. Также этой студии. Благослови всех, Благослови. Где кто находится. Иисус. Да будешь Ты прославлен, воскресший в каждом Господь. Человеке. Достойный славы Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пастор Петр, спасибо. Благодарим. Благословит вас Бог. Да благословит Господь. Друзья, спасибо, что вы были с нами на «Импакте». Я оканчиваю снова и снова. Христос воскрес, воистину воскрес. Будьте благословенны и оставайтесь с нами на «Импакте». Всего хорошего.